Акшан Алиев. Легенда о Шурюке. Шурюк или Широк. В 519 году нашей эры герой талжских легенд, внук царицы Тахмеры Тамириса и сын Фаргапика с Шабрангом из племени массагетов, который заманил и погубил в пустыне часть персидской армии Дария. Легенда. В 6 веке Дон кочевые племена саков напали на Мидию, основу будущей державы Ахеменидов. В 530 году до нашей эры войска персидского царя Кираяя были побеждены в сражении с саками-массагетами под предводительством царицы Тахмеры. Персы не простили кочевников за эти поражения, и в 519 году до нашей эры Дарий I совершил новый поход на массагетов, чтобы окончательно сломить сопротивление массагетов. Дарий I собрал более 300 300 воинов против саков. Покорив саков, он ослабил бы позиции причерноморских скифов, которые без помощи своих восточных родственников могли покориться персам. Захватив Причерноморье, Дарий мог начать успешный поход против греческих городов-государств. Дарий одновременно вел войны с черноморскими и с кавказскими массагетами. По легенде, царевец Шурюк из одного массагетского племени Талии Сакалила в Раки предложил план, как завести армию Дария в безлюдную и безводную пустыню Харами. Шурюк отправился с Кашангом, дочь Гидрана, и с Арчоном. Он отправился в лагерь к персам. Когда его привели к Дарию, царь спросил, кто он. Шурюк ответил, что он художник и идет по дорогой. В это время Кашанг был с ним, но Арчон скрылась, и издалека преследовала их. Дарий приказал рисовать его портрет, и Шурюк рисовал его. Персы поверили Шурюку и отправились в поход. Шурюк завел их в безводную пустыню. Многие персы погибли в пути от жажды и жары. Когда персы отдыхали ночью, Арчон и Фарзай спокойно подошли к лагерю и пытались убедить Шурюка пойти с ними. Но Шурюк отправил с ними и Кашанга, и остался один на один с персами. Шурюк обещал, что выведет войска к оазисам с водой, но войска все шли и шли вглубь пустыни, а долгожданной воды не было. После того, как персы поняли, что Шурюк обманывал их, он был убит. Персидские отряды с большими потерями вышли из пустыни, сам царь Дарий Ай остался в живых, но приказал покинуть земли массагетов. После этого персы чуть не погибли на Хараме, и Дарий поднял руки и начал молиться. Все персы смотрели на Дария, и вдруг внезапно шель дождя, и персы стали верить: о величайшие Дария. Персы с трудом вернулись назад, и массагеты нашли трупа Шурюка и стали его похоронить. В это время царица массагетов Тахмира лишилась тяжелой раны, получившейся в войне с персами. Храбрая саковракская царица и сестра Рустама Абшаран выстрелила ядовитую стрелу на Тахмиру. Из этой раны царица Тахмира болела почти 2 года и никуда не выходила. В данный момент в Талышском регионе Азербайджана, в районе Ленкорань, есть деревня, носившаяся имени Шурюка. Имя Шурюк переводится из талышского языка как «мужичек». Историк и писатель Акшан Алиев упоминает о Шурюке на своем книге «Тахмира, царица массагетов». Шурюк – легендарный герой талышского народа.